Ярмарка «Краски осени» в экспоцентре проводится ежегодно. Многие продавцы приезжают уже не в первый раз. Владимирцы – хорошие покупатели, говорят бизнесмены. Особым спросом сейчас пользуется зимняя одежда. Жители города смогут оценить новинки. В продаже широкий выбор теплых курток и пуховиков для женщин и мужчин. Предпринимательница Малика Садулаева рассказала, как выбрать зимнюю куртку. Есть несколько правил. Если покупатель хочет, чтобы одежда была теплой, но при этом легкой, стоит выбрать изделие с наполнителем из гагачи. Пуха. Верблюжий тоже хорошо греет, но такая куртка весит больше. В павильоне предпринимательницы из столицы и большой выбор мужской верхней одежды. Есть даже гипоаллергенная. Ассортимент широкий. Вот ко мне подходит клиент, да? Ему есть что выбрать у меня. Он без покупки не уходит. То есть у меня кто один раз брал, приходит. И также со слов моих покупателей приходят родственники, знакомые. Немецкие фабричные куртки, рубашки и джинсы. Бизнесвумен уверяет, найти одежду хорошего качества можно на любой вкус и кошелек. Это классика, обычная классика. Ткань елочка, видите, как в советское время. Это хорошие качества. Обновить зимний гардероб могут и жительницы областного центра. Куртки, пуховики и шубы. На ярмарке «Краски осени» представлены изделия разных стилей. Светлана Баранихина приехала с мужем из Тулы. Супруги заметили, что в каждом регионе своя мода. В Туле у нас очень востребованы короткие шубки. Наверху вот они у меня представлены в разных цветах. Они сейчас очень интересны молодежи. Здесь, во Владимире, ну, любят интересное, необычное что-то. То, чего нельзя купить у вас, например. Да? То есть у меня тоже есть такие вещи. Приходите, покажем, все расскажем. Светлана рассказала, что одежду многих брендов, которые она привозит, быстро раскупают. Некоторые изделия редко можно увидеть во владимирских торговых центрах. Помимо верхней одежды, в этом павильоне есть и трендовые спортивные костюмы. Ткань финская, она утепленная, уже это зима пришла. Костюмы очень красивые, подбор можно сделать под такие же штанишки, только черного цвета. Обновить зимний гардероб можно на втором этаже экспоцентра. Ярмарка «Краски осени» будет работать до 13 ноября по адресу улица Батурина, 35. Илья Лопушенко, Мария Гончарова и Вячеслав Сноровкин.